Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Я рада приветствовать вас в нашей волшебной мастерской. Сегодня мы с вами будем изготавливать вот такую поделку красивого цыпленка. Для этого нам понадобится заготовка из дерева, из фетра, красный фломастер, клей-карандаш и глазки. Итак, приступим к работе. Для этого мы возьмем деревянное яйцо, клей и будем приклеивать наши лапки. Сначала мы приклеим лапки. Берем, намазываем клей аккуратно и приклеиваем наши лапки. Немножечко подержим. Вторую лапку. Придерживаем немного, чтобы наши лапки приклеились. Также берем наши крылья и то же самое приклеиваем. Придерживаем немного и вторую лапку берем, крылышко берем. Теперь смотрите, ребята, что у нас получилось. Нашему цыпленку не хватает гребешка. Берем гребешок красного цвета, намазываем его клеем, придерживаем, чтобы он хорошо у нас приклеился. Посмотрите, что у нас получилось с вами. Теперь мы нашему цыпленку приклеим глаза. Мы глаза осторожно отклеиваем. Намазываем тоже клеем. Приклеиваем один глаз. Сейчас мы намазываем второй глаз. Немножко придержим, чтобы наши глаза приклеились. Ребята, нашему цыпленку не хватает еще клюва. Возьмем мы фломастер красного цвета и нарисуем ему клюв. Ребята, посмотрите, какой у нас получился с вами цыпленок. Я надеюсь, что у вас получится еще лучше. Я с вами прощаюсь и буду ждать вас на следующем занятии. Пока-пока!